красивых свадебных нарядов. Маше 14 лет. Она увлекается актерским мастерством и танцами. Расчудесная коллекция свадебных нарядов была сделана специально на заказ Красной Королевы и часовщика. А разнообразные цвета коллекции будут вызывать у окружающих только позитивные и радостные эмоции. Представляет вашему вниманию эксклюзивное платье коллекции Luxury. Представляет его модель 12-летняя Кучко Сергея, которая занимается танцами хип-хоп. Свободное время любит рисовать и читать книги. Расскажем вам сейчас неисправили ошибки. Платье девочки наряд представляет, на мой взгляд, оригинальный наряд. Изготовлено платье из натуральных свежих мусорных пакетов. Платье можно посещать в детские раунды. Кадарская Мария, 12 лет, к нам в прекрасную страну расчудесия пришла кукла Мальвина, девочка с голубыми волосами. Это самая красивая кукла из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Сегодняшний ее образ сделан из подручных средств, которые символизируют вдохновение на добрые дела и, конечно же, на хорошее настроение. Дамы и господа, перед вами костюм «Черная грация». Его представляет Анна Литвин, 12 лет. Наряд выполнен из мусорных пакетов. Он отлично подойдет для приема во дворце у королевы. Наряд удобен и практичен. Чтобы его очистить, достаточно прогуляться под летним дождиком. Не нужно его стирать вредными порошками и тратить электричество для получения которого мы угнетаем природу. Модель Чеботар Евгения Александровна. Увлекается танцами, представляет образ Черновой королевы. Цвет королевы красный, не спроста, ведь она воплощает аудиенцию и без остановки проливает кровь других людей. А розы воплощают все многие ее прошлого, когда она была совсем другим человеком, но через время перестала подпускать все люди близко, как и у роз со временем появляются шипы. На этот образ нас вдохновила Дарья Николаевна, которая чрезмерно точно передала черты Черновой королевы и вызвала мурашки по кругу. Спасибо. Шорты, какие сегодня представляют бутер Мозмата, Сим Рокер, мистер Днепро. Закуплюйте с ним, а вы танцем и дзюдо. Костюм модели символизует масло для мод. Мы все резни, але допомнюємо один одного. Безперечно, на створення такого образу надихнула тема нашої зміни. Аліса в країні дих. И представляем вашему вниманию модель седьмого отряда, Деревичук Алису. Алиса занимается художественной гимнастикой и, естественно, умеет делать разные трюки. Она представляет платье «Фиерия Кьюти», которое сделано из бантиков. На создание этого платья нас вдохновил Дин Репортер. Платье «Фиерия Кьюти» очень легкое и воздушное, и также его можно одеть на любое мероприятие.